Привет, зритель! Если ты мой давний подписчик, ну или тот, кто уже хотя бы где-нибудь так месяц на меня подписан и смотрит практически регулярно все или частично, то в курсе я, короче, где-то в январе покупала китфордовскую штучку. Но у меня внизу ее, скорее всего, будет не видно, даже если я дверцу открою. Медленноварка. Номер не помню, но она не сенсорная, как я хотела, я как-то не очень сенсорная, а именно вот так покрутила на, по кружочку, и все ништяк. Я в ней много уже что делала, что-то снимала, возможно, на видео, честно, не помню. По большей части я, скорее всего, фоткала и выкладывала рецептики на Cookpad, на свою страничку Cookpad, и в Instagram фоточки, отчетики такие. Но иногда, возможно, что-то фоткала и выкладывала на страницу сообщества ютубного. И вот надо было, как бы не обязательно, можно было обозреть видео и поучаствовать в конкурсе видеообзоров от Китфорд на то, что вы купили, и выиграть что-то крутое или обязательный приз, или утешительный приз, или приз, как он там, за участие, приз за участие. Приз за участие мне выдали чайник Китфорд, я его отдельно обозревала, он у меня был в затесте Мати и Сенчи. Сенча как раз сейчас. Но она как бы убрана уже. И подовская. Ну вот здесь вот пиалочки сейчас заварена. Заваривается. Практически уже заварилась. А еще был такой момент, что можно было написать отзыв на покупку в магазине, где вы покупали, в онлайн-магазине, да? И сделать скриншот, скинуть на мыло Китфорда, скинуть потом, значит, флаеры, которые там были, с тем, что вот напишите отзыв, получите приз. И этот приз ко мне ехал практически 2 с лишним месяца. И, наконец-то, я его сегодня утром получила. Это весы. Я не знаю, сейчас дают ли что-то за отзыв на их продукцию, которую вы сами купили, не то, что вы получили, допустим, у них приз, у них очень много всяких конкурсов проводится, я как поняла. Можно было делать фотку в Инстаграм, но там очень много подводных камней в этом конкурсе инстаграмном. Поэтому я как бы даже не рассчитывала на конкурс Инстаграма и, в принципе, была не очень уверена, что мне придет что-то. Когда пришел чайник, я так, с одной стороны, удивилась, с другой стороны, приятно, да, хороший чайник, тепло держит где-то 3,5 часа. Такой термочайник и весы. Весы, в общем, мне все-таки пришли. Как бы мне надо было написать, если я хочу номер трека и отслеживать эту посылку такого-то числа в феврале, но я написала, мне не холодно, не жарко, от меня не убудет. Мне ответили чуть позже, сказали, что потом, потом, еще потом. И вот они наконец-то дошли. То бишь то, во что я не очень верила, на самом деле действительно правда, если вы покупаете что-то у Китфорд, именно потому, что оно вам нравится по параметрам, по отзывам, и именно то, что вы хотите. Потому что я читала в группе ВКонтакте, там во всех вот подобных группах, где бывают какие-то розыгрыши от фирм, всегда есть недовольные, всегда есть обоснованно недовольные, всегда есть те, которые, знаете, узнала такое. Я, девушка, она пишет, стала покупать Китфорд исключительно из-за баллов, бонусов, ну, вот такое, что можно получить там в подарок за отзыв на технику какую-то вещь. И ей что-то пришло бракованное. И я несколько удивилась, я думаю, я технику выбираю исключительно там по каким-то отзывам, параметрам, и чтобы она вот именно выполняла те функции, которые мне нужны. Медленноварка выполняет все функции на отлично, никаких нареканий нет. А некоторые люди, оказывается, выбирают технику, ну, как бы они же свои деньги все равно тратят на что-то, что я даже не знаю, как сказать. В общем, я открываю опять со спины, потому что тут мой арт, светить который я совершенно не хочу. И если кому-то хочется что-то мне подарить, то можно отправить до востребования. Если кому-то очень хочется не до востребования и при этом отправить, то можно у меня в личных сообщениях, допустим, узнать. И также, как было с чайником, чайник был в коробочке такой нестандартной, просто вот такой упаковочной бумагой обделан, скотчем обмазан, там наклейка присобачена, что вот с адресом, тот был, кстати, до востребования, здесь есть адрес, откуда действительно отправляли, оба идут из Питера,
И внутри была вот просто коробочка чайника. Тут внутри просто коробочка весов. Надо было, конечно, наверное, взять ножницы. Тут не один слой скотча на самом деле. И вот. Да, тут мало того, что не один слой скотча, тут он много где-то. Скотч очень хорошо как бы запечатана. И поэтому я ее, видимо, порву. Кот подал признак жизни. Вот вы видите эту страничку, скажем так, а я вижу другую. На другой у меня написано «Китворк, всегда что-то новенькое». Весы кухонные. КТ-803-6. Фиолетовый. Питание от одной батареечки. Минимальный вес 1 грамм, максимальный вес 5 килограмм. У меня есть весы, которые я покупала еще в 2014 году исключительно для своих химических опытов. Ну, там, мыло своять, травку взвесить, растения, в смысле, всякие. И иногда вот удобно, когда есть еще что-то, что как бы они чуть поменьше, там надо приноровиться иногда. Иногда надо, хочется, чтобы он положил без всякой тары и уже вот взвесил без гемора. Поэтому я думаю, это тоже вариант вполне себе даже к месту. Единица шкалы измерения 1 грамм. Вес нет 350 грамм, вес брутто 440. Но в упаковке он был 450, видимо, вместе с этой вот бумажечкой. Платформа из полированного стекла, жидкокристаллический дисплей, автоматическое отключение, электронная система балансировки, автоматическая калибровка, при включении прорезиненные ножки, тарировка, выбор единиц измерения. Ну и как бы Китворк не скрывает, что у них завод находится в Китае. Я думаю, что это давно уже как бы вы извлекли из Китая еще до этой всей эпидемии, потому что акция у них шла где-то с осени, и как мне писал менеджер Китфорда, призы у них стали, видимо, за отзывы рассылаться исключительно где-то с конца февраля, и там было, ну, очень много человек в листе ожидания. Вот так оно выглядит. С другой стороны, я подарок вашей кухне, весы кухонные КТ-803-6 фиолетовый. Сейчас мы посмотрим на эти весы. Там, вот. Опять такой же флаер, как у меня был на чайник. Ну вот тут гарантированный приз каждому, венчик для взбивания. Также вот можете что-то сфоткать, сделать хэштег Китфорд и скинуть в Инстаграм, либо зарегиться на адрес ins.kitford.ru. Честно, вот именно относительно этого конкурса, уже обновленного, очень много сомнений, потому что я читала комментарии, я так поняла, что кто попал, тому повезло. Но у меня есть венчик, хоть и не китфордовский, и я как бы не страдаю повторно венчиком. Сними обзор техники Китфорд на YouTube, получи крутой подарок. Вот, кстати, тут уже гарантированный приз несколько иной. Вот у меня вкладка была, такой вот флаер на чайнике, там был просто розыгрыш призов, главных призов дополнительных никаких не было. Здесь же опять у нас есть гарантированный приз, гарантированно подарим тебе наш ручной отпариватель Китфорд КТ-934. И все их акции, вот эти конкурсы исключительно на территории Российской Федерации проходят. Что нужно сделать, чтобы забрать приз себе? Ну, вдруг у вас есть, допустим, какая-нибудь техника Китфорд, которую вы недавно купили или год назад, и она у вас еще живет и пахнет, и вполне себе работает. Вдруг? Тогда у вас будет как бы вариация сделать так, поучаствовать у них в конкурсе. Сними подробный и креативный обзор на купленную технику Китфорд более 3 минут. Видеоролик должен сниматься горизонтально с участием пользователя техники, демонстрировать и ее использование. Допустимое качество видео 480 пикселей и выше. То бишь у них изменились немножко условия. Вы должны, это я тогда обозревала, просто как бы вот купила и обозрела. Тогда можно было и так, и так.
Теперь исключительное, что вы ее пользуете в процессе использования. Выложи его на YouTube с наименованием модели товара в названии. Например, выжил сок из алоэ и кактуса. Вот это у них цитата одна и та же всегда. Обзор шнековой соковыжималки Китфорд КТС 1104. В видео поставь Китфорд или и Китфорд. Ну, то бишь на латинице название самой фирмы и по-русски, как оно пишется. После публикации обзора заполни пустую форму на нашем портале. Такая-то форма. Ну и я просто вам сейчас переверну, и, короче, вы увидите. Можете там на паузу нажать. Ну и результат у них 1 числа каждого месяца. 3 лучшие работы выигрывает планетарный миксер Китфорд, а все остальные за участие получат отпариватель. Я единственное не понимаю, вот те, кто выигрывает этот суперприз, они тоже за участие получают или только один? Ну, как бы на них это не распространяется. Раньше надо было писать на e-mail. Теперь на e-mail писать не надо, теперь вот ну, обзор.kitfort.ru. Вот у нас бумажка с гарантией, как если бы я покупала его. Ну, в общем, обычная поставка продукта, товара, скажем так, я подарок вашей кухне. Кухонные весы. Инструкция по применению. Общие сведения, комплектация, подготовка к работе и использованию, чистка, уход и хранение, технические характеристики, меры предосторожности. Кстати, батарейка входит в комплектацию. У меня на чайнике был еще такой магнитик, как бонусом шел. Но я так поняла, что его где вкладывают, где не вкладывают, и это опционально совершенно. Ну, я как бы давно магнитики не собираю. Но прикольно, чего бы и нет. Хорошая такая коробочка плотненькая. Внутри у нее еще коробочка. У меня так убран, допустим, лейкомовский планшет графический. Тоже коробочка, просто коробочка. Вот так оно выглядит. Вот так вот открывается. И они внезапно фиолетовые. Я так поняла, что это у них как бы их фиолетовый цвет. Прям практически. В пакетике прорезиненные ножки, что в принципе удобно. Весы кухонные. Сделано для России в Китае. А сами они, кстати, питерская фирма. Топтара. Но что-то он у меня не включился. Ну, в общем, вот весы. Может, надо подержать подольше. Может, надо почитать инструкцию по применению. Но батарейка... А, у батарейки, короче, надо снять вот этот ярлычок. Ну, в общем, чуть попозже я этим займусь. Предохранитель тут стоит, так что можно не переживать, что эти весы, допустим, ехали к вам долго-долго, если вы решили их, допустим, купить, да? И они уже заюзались с этой батарейкой. Я вот покупала свои Galaxy в 2014 году, они до сих пор живы, работают. Но у них вот батарейка сколько... Я в конце 2019 года заменяла эту батарейку, она немножко начала глючить. В общем, она практически почти 6 лет, наверное, жила. Эта батарейка 5 с лишним лет. Я думаю, что такие батарейки не довольно долго живущие. В общем, вот такие миниатюрные, с одной стороны, удобные, такие тоненькие весы. Мало места занимают. Так что спасибо, Китфорд, за приз, за отзыв. Обязательно, или какой он там приз. Но у них, кстати, больше нету такого вкладыша, что типа, если вы купили, то может быть это вкладывается только в какие-то определенные товары вкладывалось. Но вот именно благодаря тому, что мне приспичило купить медленноварку, я узнала про Китфорд. До этого вообще ни сном, ни ухом, что такая фирма существует, что при этом она вообще российская. Очень даже неплохая и довольно бюджетная товары на самом деле. Просто в сравнении с другими производителями. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока!